Немецкая публика сможет ближе познакомиться с нашим кинематографом. В Берлине стартовала неделя казахстанского кино. Культурное событие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. В числе первых зрителям презентовали историческую картину «Томирис» режиссера Акана Сатаева. Фильм о царице Массагетов и Кире Великом собрал полный зал. Показ проходил в одном из знаменитейших кинотеатров немецкой столицы Цу-Паласт. По словам зрителей, их тронула игра актеров, большой интерес вызвали также костюмы. Добавлю, в рамках недели казахстанского кино в Берлине состоятся показы фильмов «Балуан Шолак» режиссера Нургильды Садыгулова, «Дорога домой» Рашида Сулейменова, а самые маленькие смогут посмотреть мультфильм «Музбалак» от режиссеров Тлека Тлеугазы и Турдыбека Майдана. Я только что посмотрела фильм и хочу сказать, что впечатлена картиной. Особенно мне понравились сцены битв. Так как я знаю, насколько сложно их снимать, работать с каскадерами и организовать весь процесс. Это невероятная работа и прекрасная возможность погрузиться в историю и увидеть такой сильный женский персонаж. И, конечно, мне очень понравились костюмы. В рамках недели кино мы планируем показать 3 художественных фильма, 1 документальный и 1 мультфильм для детей. В двусторонних отношениях особую роль играет культурная дипломатия. Наша цель – показать через кинематограф наши традиции, обычаи и богатую культуру. В целом, в этот юбилейный для наших стран год, год 30-летия установления дипотношений, мы планируем организовывать ряд других культурных мероприятий.